Опасное путешествие. Финский изобретатель провел день в пути на плавучей сауне. О приключении энтузиаста в сюжете Александра Кулебабы. По Финскому заливу в банном халате изобретатель Джана Капилета на собственноручно созданной плавучей сауне держит путь из Хельсинки в Таллин. Все начиналось из идеи создать лодку на солнечной батарее, но ведь сауна лучше. Мысль отправиться в Эстонию пришла после того, как я понял, что страна празднует свое столетие. И такого еще никогда не было. Это интересно с точки зрения технологии, риска и приключения. Судно оборудовано 4 двигателями. При идеальной погоде способно преодолеть 82 километра за 16 часов. Но путешествие затянулось. На пути стали полутораметровые волны и сильный ветер. Наличие сауны на борту очень удобно, ведь было прохладно и ветрено. Кроме того, это отличное место, где можно погреться. Финляндию называют страной саун. Здесь на 5,5 миллионов населения их построено 3 миллиона. Александр Кулебаба, UATV.